Сегодня ночью Караганду опять будет трясти. В 0:45 по местному времени начнется футбольный матч между карагандинским «Шахтером» и шотландским «Селтиком». Эту игру болельщики ждут не меньше, чем схватку с белорусским «Батэ». Как Караганда готовится к этому сенсационному матчу, знает Людмила Батюшкина. Вперед, «Шахтер!» Вперед, Караганда! Карагандинские болельщики будут наблюдать за матчем на двух светодиодных экранах. Их устанавливают на стадионе «Шахтер». Врач-стоматолог Канат Касымов болеет за карагандинскую футбольную команду с детства. Сейчас приобщил племянника. В Астану ездили на каждый матч. Сейчас, понятно, в Шотландию поехать не смогли. Уже к половине 12 ночи он планирует занять места на стадионе. Хотелось бы встретиться в финале с Барселоной. И все-таки, если «Селтик» их выиграл, там один матч, мы можем тоже не проиграть и даже выиграть. Мы выигрывали у «Батэ», «Батэ» выигрывал у «Баварии». Настоящего нынешнего чемпиона, обладателя этой лиги чемпионов, трофея. И мы у них даже побеждали, мы прошли этот «Батэ». «Селтик» мы уже выигрывали, сейчас просто по сумме пройти, это будет просто фантастика. Сейчас, чтобы «Селтику» пройти в групповой этап Лиги чемпионов, ему нужно забить на 3 гола больше «Шахтера». Горнякам главное забить всего 1 мяч. Понятно, что шотландцы сейчас обозлены. В домашней игре их звезд карагандинцы обыграли 2-0. Такого результата «Селтик» никак не ожидал. Сегодня в букмекерских конторах на «Шахтер» ставят в 16 раз реже, чем на «Селтик». Но на проход в групповой этап Лиги чемпионов примерно одинаково на обе команды. Директор букмекерской конторы Тимур Бердалин сам рьяный болельщик. Его отец играл в «Шахтере» под 10-м номером. Болельщики все равно ставят на «Шахтер», потому что ставить на «Селтик», ну какой смысл в этом? Ставить на «Селтик», чтобы выиграть какие-то небольшие деньги, потому что коэффициент мизерный. А потом сидеть и болеть за «Шахтер», ну это сам себе противоречит, кто не станет особо. Поэтому ставки очень аккуратные. Если ставят, то ставят на «Шахтер» небольшие суммы, но все равно ставят. Сегодня перед матчем на Караганинском стадионе собираются провести концерт в поддержку родной команды. В Глазго сторонники клуба «Рейнджерс» обещают болеть за карагандинцев в пабах. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Дмитрий Полюдов, 5 канал.